Инцидент произошел в одном из барнаульских дворов. В сообщении, которое размещено на Барнаул-22, говорится, цитируем: «Внимание, люди! На Солнечной Поляне 105 стреляют из окон в людей. Полиция посмеялась, взяли заявление и уехали. Сказали, все равно не найдут. Корреспонденты комсомолки намерены выяснить подробности ЧП». Петиция против повышения пенсионного возраста в России собрала более 1 000 000 подписей, сообщает Политсибру. Напомним, что 14 июня правительство страны одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Для мужчин установлена планка в 65 лет, а для женщин в 63 года. Когда петиция против наберет 1 500 000 подписей, ее передадут руководству страны. Бийский рабочий на своих страницах рассказывает о том, как горожане отметили фестиваль национальных культур. Он прошел уже в 5-й раз, был большой концерт, дегустация национальных блюд и мастер-классы. Подробный фоторепортаж есть на сайте Бийского рабочего. Елена Кузовкина, наши новости.